50-летний мужчина в приступе белой горячки зарезал свою 91-летнюю мать. Трагедия произошла в Котласском районе. Обвиняемый сообщил, он услышал голоса, которые приказали зарезать старушку. Возбуждено уголовное дело, сыну убитой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. О происшествиях в рубрике «Протокол». Около 100 сим-карт для мобильных телефонов пытались передать в исправительную колонию номер 1 в поселке Пирсы. Посылки предназначались осужденным. Патрулирование территории осуществлялось около 2 часов ночи. Но даже темное время суток не помешало дежурной службе обнаружить 98 сим-карт различных операторов связи, спрятанных у маскировочного ограждения. По данному факту проводится проверка. Отметим, что в исправительных колониях проводится целенаправленная работа на пресечение попыток доставки запрещенных предметов. Признали виновным 46-летнего насильника из Северодвинска. Педофил издевался над своей 14-летней падчерицей. Следствием и судом установлено, что с осени 2014 года по июнь 2015 года обвиняемый, проживая вместе с сожительницей и двумя ее детьми в городе Северодвинске, насиловал падчерицу, начиная с ее 13-летнего возраста. Он же летом 2015 года нанес побои падчерице и ее 5-летнему брату. После избиения девочку госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Обвиняемый свою вину в изнасилованиях не признал, однако в нанесении побоев сознался. Судом ему назначено 14 лет лишения свободы. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Разыскивается северодвинка Яна Баратова. Она ушла из дома 8 сентября и до сих пор не вышла на связь с родственниками. На вид девушке 20 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы рыжие. Была одета в пальто серого цвета, черные сапоги. Все, кто знает о местонахождении северодвинки, просят звонить по телефонам, указанным на экране. Архангелогородцы вновь шокируют своими выходками на дороге. На этот раз видеорегистратор зафиксировал странного пешехода. Мало того, что он бегал по проезжей части, неизвестный мужчина был и обнажен. На жителей областного центра лишь кроссовки.